Добрый день, дорогие друзья. Вот хотел вам показать. Короче, сделал я себе электробайк. Все там заспецевал, все там прикрутил, колесо. Если вы смотрели мои видео, там все написано. И, короче, была сумка на раму, там с батареей. И она болталась туда-сюда. Там я, конечно, ее крепил, но... Она болталась туда, и мне что-то не понравилось. И, короче, смотрел, куда мне ставить. Вот, решил так, смотрел там в интернете, можно корпус делать. Корпус. Но у меня так не позволяет рама, бо у меня двухподвесный. Не позволяет в раму ставить коробочку. Получается, можно ставить коробочку сзади. Кресло тоже не можно, на раму я не хочу, возле руля тоже как-то не подходит, не нравится мне. Решил ставить внизу, возле каретки, возле там, где крутишь педали, получается, внизу рамы. Вот и для этого я решил так самодельно сделать вот такую вот коробочку. Вот смотрите, вот такую коробочку. Она полуфабрикат сейчас. Она не готовая. Вот смотрите, вот такая вот. Методом тыка вообще. Просто взял на глаз, все сделал. Саморезы я вот купил, такие саморезы длинные. Но когда их вкручиваешь, саморез, когда вкручиваешь, получается... Вот такой открываем. Вот смотри, открываем. Хоп. Чик. Саморез, когда вкручиваешь. Вот оно, вот такой торчит. Вот такой вот торчит. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Надо, чтобы хоть так вот торчало. Вот так вот. Вот эти тоже вот торчат. Я даже не знаю, что с ними делать. Потому что вот под батарею я склал. Смотрите. Батарея. Вот такую ручку сделал самодельную. Вот тут. Видите, предохранитель. Тут кнопка пуска, если там БМС-ка уйдет в защиту. Я сделал такую кнопку пуска. Вот припаял XT60, а тут вот для зарядки. Ну, как-то так вот, таким вот кустарным методом. Короче, 36 вольт, 10 последовательно, 6 параллельно. А сколько там ампер, я фиг его знаю. Короче, вот так вот, смотрите. Вот так вот. Раз. Она будет так вот на раме. Раме крепится вот тут. Раз, два, три, четыре. 4 болта. Вот такие вот. На саморезах. И она будет так вот держаться. Так вот. Закрываться вот так вот. Раз. Вот. Сейчас вот берем вот батарейки. Хоп. Хоп. Так получается, значит, проводком вверх. Я так вот. Себе решил проводком вверх. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Значит. Раз. И все. Еще проводок сюда. Это сюда. Вот смотрите. Те дурацкие саморезы, они длинные. Я взял. Вот смотрите. Вот. Видите? Видите? Если дольше, оно будет все царапать, все мне рвать тут. Я потом что-то придумаю, какую-то подкладку тут по сторонам, так, чтобы оно раз вынималось, раз закладывалось, так красиво. Вот так вот. И так, чтобы и красиво, и эстетично. Так, а теперь вот этот, как его, контроллер. Вот такие вот. Лишнее я все пообрезал тут, лишние проводки все пообрезал. Все тут, все вот. Оставил только самое, вот, зарядка, руль, эти, вот, мотор, датчик холла, это самоучитель, ну, кто в теме, тот знает. И вот это скорость есть, повышенная, пониженная, пониженная, повышенная, вот так вот, нашел такую кнопочку, это все методом тыка.
Я ничего не знал, просто так вот. Вот смотрите, я даже не знаю, как сделать. Или тут ставить. Вот так вот. Смотрите, или тут ставить. И это закрывать такое. Хоп. Хлоп. Хлопс. Вот такое. Раз. Вот такое. Но оно может и падать, если такое будет. А не падает. Или наоборот. Вот сюда. Вот сюда лучше, я думаю. Лучше будет. Вот так вот. Раз. Вот такой вот замочек. От взлома. Хрен я знаю, как он поможет или нет. Вот так. Раз. Чик-пик. Все. Вот так. Вроде бы ничего не болтается. Вот. А сейчас я вам покажу, как оно будет на раме. А, еще тут вот получается, это вверх, это низ. А это тут вот я сделал тут вот такую фигню. Я не знаю, или хорошо, или плохо. Но посмотрим по ходу дела. Вам все расскажу. Так что вода внутри не попадала и грязь. Получается, когда она закрывается. Вот смотрите. Вот эта фигня. Вот эта фигня. Вот так вот. Получается, раз, закрывается. И оно тут такое, если будет капать. Можно надо было сделать и тут чуть-чуть дальше. Но оно открывалось, видите, вот так вот. Чтобы оно ходило. Видите? Это все своим мозгом. Никакие схемы, ничего. Просто взял и все там, ну, склал. Сейчас идем. Все вынимаю. Это оно тяжелое вот такое вот. Сейчас я вам покажу, как это будет на велике стоять. Хорошо? Так, сейчас. Вот смотрите, вот мой велик. Хоп, настройся. Да, блин. А вот это малыш крутит тут. Помощничек, будущий лесопедист. Вот. Я, короче, тут померил тоже так вот. Сделал 4 дырочки. 4 дырочки я сделал. Вот так вот. Получается, что мы делаем? Вот так вот. Вот. Вот таким вот методом. Хопс. Тут метка. Видите, метка так вот. Хоп. Вот так вот метка. Вот как она стоит. Смотрите. Вот. Видите? Хоп. 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 Оно получается вот так вот будет. Вот так вот. Так. Получается, смотрите. Да. Вот сюда вот. Вот тут вот проблемка, маленькая проблемка. А если, конечно, закрепить, то не будет на пол пальца тут. Будем крутить вот так, чтобы не мешало цепи. Цепи не мешало. Вот так вот. Вот. Ногам оно не мешает. Вот тут вот, тоже не мешает. Вот вроде бы не мешает ничего. Так, еще одна проблемка, посмотрим. Потом. Эй! А ну! Вот тут вот у меня, видите, амортизатор получается. Вот так вот. Он отжимается вот так. Получается вот так. Вот тут вот проблемка. Тут проблемка может быть. Когда колесо будет амортизировать, вот расстояние маленькое, может амортизировать и может колесо сюда попасть. Но посмотрим. Я, конечно, тут понажимал. Тут получается, ну, где-то 3 сантиметра не доходит. Это мне уже нравится. Получается, что будем делать? Все закрепим. Колесо, если надо будет вытягивать колесо в сторону, это будет открываться вот сюда.
все будет засовываться, закрываться. Чик. Вот такой вот вариант. Так, еще это полуфабрикат. Сделаю, обшию ее красиво, наклею это, ну, наклеечкой, посмотрим, как оно будет. Ну все, пока спасибо за внимание. До свидания.